Добрый день, коллеги. Я Стрибкова Марина, заведующая стоматологическим отделением города Домодедово, врач-стоматолог. Сегодня мы посетили курсы Ольги Евгеньевны «Основы гигиены. Как правильно вести себя в данных ситуациях при сложных ситуациях». Ольга Евгеньевна поделилась своим опытом в лечении особенных пациентов, то есть при скученности зубов, при конструкции ортопедических, при мостовидных протезах, как правильно ухаживать в этом случае за полостью рта. Также особенности пациентов, которые имеют в полости рта импланты. Это тоже особый уход. Хочу сказать огромное спасибо всем руководителям Мегастома и в том числе Ольге Евгеньевне за прекрасную лекцию и за хорошее и потрясающее отношение к врачам.